Дверь-то что, заколотили, что ли? Я-то еще ее просто в стене толкнуть надо. А может, с другой стороны, оттуда может проход. Когда сотрудники МЧС, вскрывшие входную дверь, уже уехали, обнаружилось, что тело, которое лежало в комнате, закрыто изнутри дважды. Межкомнатная дверь была зафиксирована шпингалетом. Эти факты говорили в пользу того, что к смерти престарелого мужчины, похоже, никто не причастен. Вероятно, одинокий пенсионер умер во сне, причем довольно давно. Запах почувствовали соседи. Она пошла, посмотрела. Да, вон оттуда пахнет, а там квитанция торчит. Ладно, мы уехали, вот сегодня приехали, опять вонище, квитанция так торчит. А у них пенсию 15 числа дают. Угу. Он обычно сюда за пенсией приезжал. Последнюю пенсию мужчина так и не получил. Теперь полиции предстоит разыскать единственного родственника умершего, сына, чтобы сообщить ему печальную новость.